Так, ну что ж, пришло время провести наконец-то нам розыгрыш по прошлому периоду. Давайте вспомним, что мы разыгрывали. Были крутейшие подарки. Итак, у нас получается три подарка, будет три победителя. Первый подарок, это у нас, даже я сейчас зачитаю, коврик-массажер игольчатый 50 на 40 сантиметров. Так, в этот же подарок входит крем универсальный для тела, лица и рук. Для лица, рук и тела. Так, второй подарок. Это у нас биологически активная добавка куркума. Очень-очень, кстати, классная. Так, и травяной сбор 100% натуральный. Поддержка организма. Так, и третий подарок. Это у нас обалденная палетка теней для век и бровей. То есть два в одном, песочный нюд. Еще раз давайте посмотрим на эти подарки. Вот они. И сейчас выберем трех победителей. Трех победителей. Так, табличку я уже перепроверила. Вот наши участники. И у нас с вами 18 номерков. Там один из номерков был неправильно проставлен, поэтому мне пришлось исправить. Номерков всего получается 18. Так, открыла я генератор случайных чисел. Ставим внизу 18. Итак, если повторяется у кого-то, у кого много номерков, два раза выскакивают их номерки, будем переигрывать, потому что таким образом будет нечестно, если один человек получит два подарка. Зато у него увеличиваются шансы на победу. И что, поехали. Так, первый победитель у нас получается номер 14. Сразу смотрим, кто это у нас. Так, 14 номер, это Гаманкова Ольга. Ольга, поздравляю вас, напишите, пожалуйста, нам личные сообщения, либо мы потом свяжемся с вами. Так, дальше, второй победитель у нас номер 7. Так, смотрим, делаю скриншот. Номер 7 это Левчук Татьяна. Татьяна, поздравляю вас. Точно так же пишите нам личное сообщение, либо мы также свяжемся с вами. Так, и третий победитель. Номер один, это у нас Киринская Елена. Елена, поздравляю вас. Точно так же пишите нам личное сообщение, как забрать подарок, либо мы тоже свяжемся с вами, если не напишите. Девчонки, всех поздравляю, всем огромное спасибо за участие. Нас впереди ждет новый розыгрыш с крутым, просто полезным подарком, поэтому не расстраивайтесь, кто не выиграл. Розыгрыши проводим часто, шансы у вас есть большие, ну и, соответственно, чем больше номерков, тем больше шансов. Все, девчоночки, всем спасибо за участие, принимайте еще.